iPhone 11 и 12. Какой выбрать и в чем отличие? Для начала у них разные модемы. У 11 от Intel, у 12 от Qualcomm. Поэтому я решил найти место, где у 11 нет приема и посмотреть, что будет с 12. -м. В результате в городе мне не улыбнулась удача, поэтому пришлось ехать примерно час в дремучий лес. И там, когда 11 не ловил совсем, у 12 было аж два деления. И он без проблем загружал сайт. Экраны. У них разные технологии и они по-разному выглядят. Вот так под солнцем на фоне снега. Вот так в пасмурную погоду. Вот так в помещении.